Мы радужные друзья. Поставь лайк за 3 секунды. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Дайсик Бро. Ну просто посмотри, да какая на мне офигенная одежка. Воу, воу, ты просто глянь. Это такая топовая одежка, ну просто загляденье, можно сказать. Ну реально... Мне так понравилось. Я прям непробиваемым кажусь. Ну, вот такие вот пирожки. Короче, смотри, да, сегодня... Ой-ой-ой, подожди, карта где моя? Вот она. Пробиваем. И теперь можно спокойно идти. Так, я на самом деле пока что новичок. Ну, то есть я вот эту всю базу не сам строил. И поэтому я могу просто запутаться и пойти куда-то не туда. Но давай-ка мы сейчас будем немножечко гадать, просто ходить здесь. Вот такие здесь проходики интересненькие. Куда угодно можно попасть вообще. Я даже не знаю, куда. Ну, вот так вот. Здесь у нас что-то, трубы всякие. А, здесь, подожди. Ну, я понял. А, кстати, я забыл совсем сказать, о чем вообще я хочу тебе поведать. Ну, помимо того, что у меня классный костюмчик и так далее. Стоп, здесь SCP находится. Ой-ой-ой, это, наверное, SCP-невидимка. Давай мы уйдем отсюда лучше. Вот, короче, такая тема. На улице мне надо провести осмотр. Я понял, что теперь я буду осматривать территорию, потому что никакой охраны у меня нет, а SCP здесь везде ходят, и это как бы очень опасно. Поэтому прямо сейчас мы выдвигаемся на улицу и пытаемся искать. Блин, я что, назад вернулся, что ли? Боже. 1000 лет я ходил, и вот это лифт. Опачки. Все, мы поднялись наверх, и осталось только как-то выйти. Почему здесь открывашки нет? Только кто-то здесь следящий может мне что ли открыть? Офигенно. Дай-ка я вот эту штуку сюда перенесу. Да, вот, идеально. Другое дело. Так всегда и буду делать. Так, теперь мы выходим отсюда. Надо будет потом полноценные лесенки сделать. Ну вот я и на улице, по сути. Как бы здесь парковка. Сюда можно идти. Вообще, мне вот эта внутренняя парковка не нужна. Я использую вот только вот ту. Там всякие у меня диванчики для езды. Да, и кстати, я сейчас подумал, надо бы взять свой диван и поехать. Ну и либо мою нормальную тачку. Но я спущусь нормальным способом, потому что я боюсь ей ножки поломать сейчас. Бывает такое. Вот, я вот здесь вот спущусь. Вот, здесь проход есть нормальный. У меня карта 5 уровня. Главное ее не потерять, потому что если я ее потеряю, кто-то у меня ее заберет, то он сможет пройти в любые мои секретные, ну, в мои секретные двери и там всякие документы искать. Вот, я сейчас тачку беру и иду проводить осмотр. Во-первых, надо осмотреть не саму территорию. А, не, подожди. Как мне делать лучший осмотр? Я думаю, что сначала мы выезжаем осматривать объекты, а потом уже внутренности. То есть, все. Ну, базу свою. Вот здесь вот надо осмотреться вообще, чё да как. Пока что я ничего такого не вижу. Но это единственный объект посреди, так сказать, лесов, который, ну, у меня застроен. Ну, то есть я его строил. И мне надо его оборонять. Больше здесь объектов нигде нет. Так, сначала я смотрю сзади стенки. Мало ли кто поломал здесь что-либо. Блин, у меня даже какие-то лаги начались. Чё за фигня? Вроде бы все нормально. Но ты посмотри, реально, чё такое? У меня прям лагает. Да ну блин. Просто офигенно. Я даже не понимаю, с чем это связано. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Может прорисовку поменять по приколу? Смотри, теперь у меня вообще майн завис. Я сейчас буду просто жаловаться на лаги. У меня реально что-то произошло. Походу здесь что-то очень страшное происходит. Здесь, возможно, кто-то поставил какой-то помехопроигрыватель, который мне руинит вообще видос. Ты посмотри. Он мне все портит. Так, ладно. Здесь никого? Тихо. Никого. Хорошо. Тогда следующая дверь. Здесь тоже никого. Черт! Кто звонит-то? О боже, боже мой! Здесь... У меня сбежали же пару монстров! Вот здесь тоже же был кто-то. Черный вроде монстр. Вот здесь вот был фиолетовый. А вот тут, я помню, розовый был. Куда все делись, вопрос? Что за фигня? Ладно, надо ответить, наверное. Ну что, нажимаем тогда. Опчки. Спасибо, что ответил на мой звонок. Я
тебе очень ждал, Нишь. Я знал, что ты придешь и еще проводить со мной всякие испытания. Но теперь ты шелки-свинюшка. Будешь отвечать за свои поступки, и поэтому ты попадешь на мои испытания. Жди меня в скором времени, ищи набавить. Ну, во-первых, блин, опять попадос, давно мне никто не звонил. И вот она, самая килебяка страшная позвонила. Но в другом случае, слушай, ты знал, что, ты обязан просто мне слушать, потому что я тебя... Так сказать, из яйца из яйца достал. Ну, то есть я тебя заспавнил, а ты меня вот тут вот. Я тебя породил, я тебя уничтожу, понял? Вот, и еще. Что за испытание-то хотя бы расскажи? 10 суровейших испытаний, и я не твой, и не твое создание. Я сам понял, уже молчи лучше. О боже, ну ладно, это бесконечный спор будет, что ты типа сам. Вот, короче, пиши в комментариях, что бы ты сказал этому засранцу сзади меня, если бы он тебе позвонил, естественно. Я думаю, у тех, кто тебя смотрит, даже язык бы не повернулся сказать мне что-либо. Я просто бы съел их. Был напугал даже. Важно просто напугать, и они бы сразу ничего не смогли сказать. Интересненько. Ладно, короче, все, я бросаю трубку, ну тебя нафиг. Достал он меня уже. Давай мы этот телефон просто-напросто куда-нибудь денем. Вот таким вот образом. Ну все, теперь здесь обычная стенка. Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, пошел отсюда, пошел! Что? Офигеть! Это фиолетовый только что прям здесь был, он в портал открыл. Ну ладно, давай прыгнем тогда, хотя я не могу просто уйти. Раз, два, три! Ой! Офигеть, что за чертовщина? Это Тинтиран, побежали! Черт, я провалил первое же испытание. Подожди, чё, как? У меня еще попытка есть. Ладно, все, я знаю, как Тинтиран проходить. Это вообще не сложно. Начинаем немножечко шашковать. То есть вот таким вот шашкообразным образом мы вот так вот ходим. То есть туда-сюда-сюда-сюда. Надеюсь, что мне повезет, и я ни разу не упаду. Вроде бы как это супер схема. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл прыгнуть. Черт! Капец просто. Ладно, у меня еще есть шанс, я думаю. Да, у меня еще есть шанс. Ну, теперь мы просто пробежим вперед. Я думаю, что не обязательно вот сюда вот влево-вправо идти. Просто вперед идешь, и это будет просто идеально. Идеальный способ пробежать до конца самого. Надеюсь, что там будет что-то победное. И это просто... Ну, сколько испытаний вообще мне надо будет пройти? Я даже не знаю. И это только первое. Гонки на лодках. Окей, выдать лодку. Давай-ка быстро возьмем и поплыли. Опачки. Ну, это тоже не сложно, думаю. Надо вот таким вот образом проезжать. Здесь все нормально. Вот так. Оп-оп-оп-оп. Да вообще... Ой, надо было разогнаться. Черт. Ну, как это сложно вообще. Что за ужас такой? Ладно, мы еще раз выдадим вот эту вот штучку себе и поплыли. Так, вот сейчас мы точно ускоримся на 1000%. Главное взять разгон. Вот здесь вот. Раз, два, три. Пам, не достал. Эх, ладно, еще раз лодку выдаем и плывем самый вперед. Там-там-там-там-дам, дам-дам-дам-дам-дам. Нормально, нормально. Так, тихо, теперь мне надо как-то разгон взять такой, чтобы, ну, чтобы я смог доплыть до туда до конца. То есть мне надо сейчас влево и вот так вот шишканул. Ну что же это такое? Это невозможно. Ладно, я жульничаю просто. Я знаю, как жульничать, смотри. Просто вот такой вот способ. Раз, два, три, четыре, пять. Мы поехали гулять. Вот, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тихо, 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 тихо. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас, короче, мы вот сюда вот едем. Едем, едем, едем. Сразу спрыгиваем. Вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, так нельзя. Ну, ё-моё. Ну, что ж такое? Короче, это нереально сложное испытание. Я не знаю, мне даже сдаваться, что ли, или как? У меня скоро лодки кончатся еще, возможно. Но надеюсь, что я все-таки вывезу каким-то образом это. Вот, лодку подвину. И на ней прыгну. Опа. Ну, почти же, ну. Ладно, нифига не почти. Это вообще без шансов как. Ладно, есть другая идея, более крутая. Например, я сделаю вот так. Так, Боже, ну я... Почему я умер вообще? Просто чекануться можно. Ладно, еще разок. Вот сюда вот. Бежим, бежим, бежим. Ладно, на лодке больше вероятность не упасть. Это уж факт 100%. Поэтому мы вот сюда едем. Ой-ой-ой!
Уф, я себя просто засейвил. Так, оп. Ну, посмотри, не получается ничего. Ну, что такое вообще, а? Почему так? Ладно, давай наискосок как-то попробуем. Ну, то есть, сейчас покажу. Может быть, так получится. Мы едем вправо. Сейчас вперед, вперед, вперед. Ускорение, ускорение. Ну, видишь, оно не ускоряется чего-то. Давай, ну, хотя бы на этот раз. Ну, пожалуйста, ну, сделайся ты. Вот, смотри, мы сейчас даем просто ускорку. Опа! Я же мог! Надо было просто повернуться на 90 градусов и ехать вперед. Как я не додумался вообще. Ладно, у меня последняя лодка, и теперь я 100% выиграю. Ну, я уже уверен в себе просто-напросто. Вот смотри. Вот такой вот ускорку, ускорку, ускорку. И почему я не слез? Ну все, лодки кончились. Я жульничать пошел. Например, вот таким вот образом. То есть я просто прописываю геймод 1 и долетаю до конца. Ну почему нет? Почему нет, а? Скажи мне. Все, и мы прошли, считай. Так, найти кнопку. Ну, найти кнопку — это испытание вообще изичное. Я сейчас за секунду просто найду, спорим. Хотя в такой локации, мне кажется, возможно, 1000 лет придется искать. Но вполне есть предположение интересное у меня. Только посмотри, как здесь темно вообще. Можно какой-то факел взять, я не знаю. Давай мы факел возьмем, потому что в такой темноте невозможно искать кнопку. И я вообще не считаю это правильным. Давай мы найдем где-то факел. Во! Идеальное место. Все, у нас есть факел. И теперь можно спокойно идти и искать кнопку. Допустим, вот здесь. Ну, кнопки нет, как видишь. Здесь кнопки. Я, конечно, полагаю, что кнопка может быть на потолке. Кнопка может быть даже вот здесь. Но здесь, как ты видишь, кнопки нет. Возможно, вот тут в поддоне где-то. Это прям супер имба способ положить кнопку. Но пока что мы не нашли, поэтому пофиг. Вот здесь вот тоже осмотрим. Я вообще вкратце вот так буду осматривать, потому что я, ну, довольно-таки зоркий. Ладно, нифига я не зоркий, на самом деле. Ну, наверное, ты, наверное, бы оспорил это, потому что ты знаешь, что я на сидах просто ничего не вижу всегда. Я как будто реально слепой. Ну, не в обиду. Не в обиду мне. Вот. Вот здесь кузница, еще надо прочекать. Здесь даже сундучка нет, настолько все плохо. Здесь у нас нету кнопки, надеюсь. Нет, никакой кнопки. Вот здесь может быть кнопка оказаться тоже вполне. Ну, ты посмотри, нигде нет. Я вот где не посмотрю, никакой кнопки нет. Сказали бы хоть какого цвета кнопка или что-то типа того. Мдя, сложновато на самом деле. Я вот реально скитаюсь здесь по всем этим домикам и вообще не могу предположить даже, где находится кнопка. Ну, нигде как будто нету. Это полнейшая беда, и я думаю, что мне еще придется так минут 10-20 ходить и искать чертову кнопку. Фиолетовый, пропусти меня дальше, я не хочу в это играть. Это невозможно. Ну просто ужас какой-то. Фиолетовый, я сдаюсь, короче. Где он? О, великие силы, ты пришел! Я здесь, и если ты хочешь сдаться, то я отниму тебя сердечки. Прямо сейчас, ты согласен? Ну ладно, давай забирай у меня сердечки и отправь меня отсюда. Уф, я снова живой. О боже, у меня реально половина сердечек отнялось. Блин, офигеть, чем я пожертвовал? Почему я не думал об этом? Меня ж теперь любой монстр может съесть. Теперь мне надо носить броню постоянно, просто постоянно, чтобы никто никогда ко мне не подошел. Ну ладно, вот так вот мне позвонил этот фиолетовый. Надеюсь, тебе понравился этот видосик. Радужные друзья реально опасные существа, особенно вот это вот. Ну, наверное, все, что мне остается, это просто попросить тебя поставить лайкучик на этот видосик, если он тебе понравился. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй!